что, ребят, всем огромный привет подписчикам и тверным зрителям. У нас сегодня такой необычный ролик, можно сказать, ролик в формате путешествия. Как вы поняли по названию ролика, я, в общем, сейчас еду из Петербурга в Москву. Раннее утро, 5 утра, как мы видим, пустой Невский, сейчас я вам покажу. Вот, абсолютно пустой Невский, ну, конечно же, машина уже ездит. Вот, пишут благодать, как говорится. Сейчас идем на Московский вокзал, покажу вам поездочку, еду на Сапсане в Москву как раз, как я и говорил. Вот, можно посмотреть. 5 утра у нас сейчас. И движемся в сторону Московского вокзала. Покажу вам, ребят, покажу, как в Сапсане. Купил билет где-то недели за две. Обычный эконом-класс, брал за 4000. Вот. Сейчас я вам покажу нашу поездку. Немножко, ребят, торможу, просто вообще не спал сегодня. 5 утра, вообще, ребят, люблю, конечно, в 5 утра ездить. Но тем не менее. Пока вот к вокзалу иду, немножко еще таких уникальных кадров. Не часто такое бывает, такое время суток, в 5 утра. Кстати, блин, что-то такое, трафик-то активно такой оживленный. Все, всем не спится-то, чем будний день. Хотя, в принципе, люди уже на работу идут, но тем не менее. Ну, по крайней мере, пешеходная часть, она пустая. Кто-то вот на пробежечку бежит, спортсмены, комсомолы. Да, у нас сегодня путь будет как раз до метро Комсомольская. Выйдем с вокзала, покажу вам Ленинградский вокзал, как выглядит. Ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну, и мы идем дальше. Так, еще немножко хотел показать рассвет. Выглядит это вот так. Очень красивенько. Так, что, ребят, можно будет посмотреть, как выглядит зал ожидания в Московском вокзале в 5 утра. Какая у нас численность, сколько народу в такое время вообще куда-то едет. И вообще, что происходит. Кто все эти люди? Чего им все не спится? Ну, так, средненько, свободно, но люди есть, тем не менее. Надо взять кофейку и, короче, не просыпаться, да, что-то совсем уже. Так, ну что, двигаемся дальше. Так, ну что, друзья. На табло появилась 5-я платформа, Москва 6:40. Мы сейчас движемся на 5-ю платформу вместе со мной. Наконец-то, а мне уже здесь надоело стоять, ждать. Я заранее приехал. Так, 5-й вагон, платформа это у нас с правой стороны. Значит, ребята, у нас сейчас 6-й вагон у меня. Нам нужно будет опять попасть в 5-й вагон. 5-й вагон, это у нас, короче, вагон, вагон бистро. Соответственно, он стоит чуть дороже, на 1000-2500. И, ну, как бы, если вы покупаете 5-й вагон, то есть можно будет на эти 2500 там поесть в депозит, то есть вы можете покушать. Ну, я, конечно, не сторонник этой еды разогревочной. Но, тем не менее, мы сейчас туда пойдем, что-нибудь закажем, покажу вам меню, как будет 5-й вагон. Вот. Сейчас я буду заходить, ребят, немножко переключусь и будем на платформе сделаем обзор. Так. Ну вот, ребят, значит, смотрите. 5-я платформа, 4-я платформа, один на 6:30, другой на 6:40. Нам нужно левый, который по левой стороне. Ровно 6 утра сейчас у нас. Он, кстати, еще чуть правее мы видим поезд «Ласточка». Кстати, он тоже идет до Москвы, но чуть дальше он. Дольше, точнее. Он же Сапсан идет 4 часа, а «Ласточка» идет 6 часов. Ой, слушайте, а раньше не было брусчатки. Прикиньте, я вот сейчас заметил, иду. Раньше просто был асфальт, ну как, ровная поверхность. А сейчас, короче, брусчатку положили. Там как в Москве. В Москве тоже площадка на Ленинградском вокзале на платформе. Ну фиг знает. Мне больше нравилась гладкая поверхность.
таким они как форму проводницы, очень красиво. Доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, спасибо. Здравствуйте. Ребят, ну что, вот у нас вагон, 25 место. Сейчас я кину свой багаж в конце. Ой-ой. По-моему, чемодан. В конце вагона, короче, у нас такие специальные шкафчики, полочки для чемоданов. Можно сюда поставить, как раз вот видите, чемоданчик. Сейчас я его поставлю. И мы пойдем с вами в пятый вагон, вагон ресторана. Так, поставлю повыше. Все, мой чемодан стоит. Мое место 29. Я должен у окна сидеть. Вот. 29 место мое. Так вот выглядит вагон эконом-класса. Видите, тут всякие различные журналы, газетки, экземпляры. Вот, можно здесь ставить полочка под ноги. Стольчик выдвинуть. На самом деле очень удобно, даже в эконом-классе. Вот. Май 23-го, свежий журнал для пассажиров. Так, друзья, ну мы идем с вами в пятый вагон, ресторан. Это место администратора вагона. Двери открывают автоматически. С левой стороны у нас уборная, санузел. Здравствуйте. На какое место у вас? Свободно есть места у вас? 17-40. Ага, отлично. 17-40. Так, вот так тут будет вагон бистро. Ой, слушайте, что-то давно не ездил на сапсонах. В этом месяце появились, короче, такая вот менюшка, дисплей. Можно выбрать, оформить заказ. 27 место, то есть можно выбрать, что вы заказываете. Так. Это, короче, у нас электронное меню. Раньше такого не было, раньше все было в таком меню, в книжечке. Давайте проще покажу в книжечке, как все выглядит. Вообще, вот это все. Это старенький по классике. Так вот выглядит этот стол. Оформленный. Можно навестись на иконочку и заказать также. Так, что тут у нас? Выпечка, десерты, вот такие вот цены. Достаточно все демократично. Кофе. Сейчас закажем кофеечку и поедем. Так, вот у нас менюшечка. Так, что у нас тут сегодня? Блюдо от шеф-повара. Все, конечно, все это разогревается. Я, конечно, не сторонник этого всего разогретой пищи. Тем не менее, тут много чего пробовала, блинчики и всякие мясные блюда. Ну, вот как-то так, друзья. Соль, перец. Кстати, прикольная штука такая, раньше такого не было. Вот там люди у нас идут. Все, тогда непосредственно закажу, вам покажу, что заказал кофе. Где-то. Сейчас покажу на широкий угол, как выглядит вагон бистро. Москву 250 прибываем. В Москву. Ну, 4 часа 10 минут, так обычно 4 часа идет. Вот. Так, ну вот нам выдали кофе. Ну, покажу. Вот такая вот фирменная шоколадка. Самая с любовью и заботой. Покажу, писать, да, вот такой фирменный стаканчик.
Хочу ты вкус путешествия. Я был на пробовать. Ребят, так что как-то так. Что у нас тут? Сахар фирменный. Субстанция. И салфеточка вот такая вот. Путешествие. Почувствуй вкус путешествия. Так, все брендированное. И палочка. Вот как-то так. И сейчас он тронется. Дамы и господа, от лица компании «Российские железные дороги» приветствуем вас на борту высокоскоростного поезда «Сапсан», следующего по маршруту Санкт-Петербург-Москва, с остановками на станциях Чудово, Угловка. У меня вот такая вот установочка. Шоколадку взял себе еще. Водички и кофе. Так, наше отправление через 10 минут. 6.30, все, сейчас дурно. Через несколько секунд тронулся этот поезд. Ну, вовремя в 6.30 и тронулся. Короче, ребят, никого нет. Короче, ноги так закинуть. Мне повезло, короче. Ну, типа, два места. Как-то вот так вот можно раскинуться. For more information, please contact the train crew. They wish you a pleasant shopping. Так, пока еще немножко разгоняем, сейчас покажу окраины Петербурга, как вообще как выглядит. Все в граффити расписано. Это мы уже почти уже выезжаем из Петербурга.
что, ребят, у нас первая остановка. Решил вот выйти, 2 минуты, стоянка. Никогда вообще не выходил из Сапсанов, в первый раз для вас вышел специально показать. Такая вот на остановка Чудово. Жарко достаточно. Так, все, я, короче, в поезд. Я все время боюсь, типа, что он с меня уедет, а я здесь останусь на станции. Слушайте, опять вопрос по цене. Так, ну что, ребят, у нас предпоследняя остановка, Тверь. Такая вот архитектура на вокзале. Прекрасная самостанция. Так, ну что, у нас следующая остановка Москва, друзья. Так, ну что, ребят, в общем, подъезжаем к Москве. Видим у нас на горизонте останки Скальской башни. Такая вот огромная телевизионная башня, игла. Ну, мы уже, можно сказать, уже в Москве. Не может уже, а уже и в Москве, не в Москве, в районе Останкино. Так, ну что, друзья, мы прибыли на Ленинградский вокзал города Москвы. И, кстати, ребята, обратите внимание, по правой стороне тот самый поезд, который я показывал в начале нашего пути на 10 минут, который раньше стартовал. Все аналогично, все зеркально. Так, ну что, сейчас мы пройдем на Ленинградский вокзал. Покажу вам, как он выглядит. Пойдемся внутри вокзала. Небольшая пробочка, затор. Что у нас в Москве? Пасмурно. Ну, достаточно так. Я бы не сказал бы тепло. В Питере было намного теплее даже в 5 утра. Так, ну сейчас налево, сам вокзал. Приятные воспоминания такие. Все в рекламе, везде, короче, одна реклама. По правой, по левой стороне. На первом этаже, на втором этаже различные фудкорты, рестораны, кафешки. Вот. И самое приятное — это надпись «Добро пожаловать в Москву». Мы ее увидим.
и выйдем как раз на Комсомольскую площадь. То есть немножко изменилось, даже расширилось, больше стало всяких различных ларьков, магазинов. Ну, я обычно как бы не захожу сюда, я иду по правой стороне, вот, где улица была изначально. С правой стороны выходишь и обходишь. О, внимание, как украшен вокзал. Заветная наша финишная точка. Выходим на Комсомольскую площадь. Так, ну что, друзья, вот мы и прибыли на Комсомольскую площадь. Теперь мы видим гостиницу Хилтон Ленинградская. Чуть левее здание у нас высотка на Красных Воротах, Казанский вокзал. И левее еще совсем у нас Ярославский вокзал. В общем, ребята, у нас получился такой вот ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Впереди много интересных приключений и не только. Всегда новых встреч. Пока-пока.